Друзья, всем привет! Я приветствую всех на своем канале Перекупщик. И продолжаем с вами исследование украинских монет. Перед вами 1 гривна 2001 года. Специально поставил я, чтобы можно было увидеть гурт. Разновидности гурта, друзья, их существует больше около 13 видов. Вот посмотрите, тонкий шрифт, толстый шрифт, внутри буквы D, вот этот треугольник, он разной формы. Сейчас я постараюсь протереть еще лупу. Так, как бы так их. И вот и в буквах видно. То есть это к чему видео? Вот хорошо видно. Видите, они все разные. И шрифт. Вот N буквы, посмотрите. Одна толстая, одна тоньше. Вот представьте, 13 разновидностей насчитано. Поэтому не удивляйтесь, когда вы видите, что буквы разные, шрифт разный. И в букве D, сейчас тоже я вам покажу, встречаются разные треугольники, формы. Вот это тоже все разновид, не считая браков. Вот обратите внимание, нижняя, верхняя, они абсолютно разные по своей структуре нанесения. Вот такие вот, друзья, есть разновидности. Цена, в принципе, на цену это не влияет, если вы не найдете хороший брак, а их просто тысячи, нужно просто искать. Вот как-то так. Ну, это касаемо только гривны 2001 года, только в ней столько разновидностей там, и только по гурту 13 разновидностей. Еще раз на это ставлю акцент, а то многие ребятки вот мне пишут, задают вопросы, немножко глупые, но нужно изучать, углубляться в эту тему, потому что нумизматика — это очень серьезный предмет. Надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, задавайте вопросы, комментируйте. С вами Перекупщик.